Традиционная банковская система Швейцарии должна меняться, уверены в международном агентстве Moody's Corporation. В отчете о работе агентства приведена статистика, что в банковскую сферу привлечено огромное количество криптоэнтузиастов в области блокчейна и цифровых валют. Отличительной чертой швейцарской банковской системы является строгий контроль за деятельностью банков и инвестиционных компаний. Контроль за банками имеет трехступенчатую структуру. С учетом того, что трансграничные криптопереводы становятся все более быстрыми и дешевыми, финансовым институтам придется перестраиваться. Напомним, что Швейцария занимает третье место в рейтинге стран Moody's, чьи финансовые институты обрабатывают трансграничные переводы относительно ВВП. Возглавляет рейтинг Великобритания, за ней Бельгия.